Всем привет, дамы и господа! Всем привет! С вами Неломоб. У нас сегодня игра 24-го года. Indigo Park. Посоветовали мне мои подписнички, чтобы я в нее пошпилил. Может быть, что-то интересное. Я не знаю, не играл еще. Только запускал настройки, глядел, тут что-то... Хайер, 250. Ого! Привет, Миш. Здорово. Во что будем играть вторым? Будет сезон стримов или просто стрим? Почему вернул фон, который был с 2017? Куча вопросов, куча. Куча. А как удачного стрима. Спасибо. Люди, которые Хайер. Смотрят видео, хай. Хай, 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 хай. Что-то телефон с ума сходит. Итак, Indigo Park. Нажмем play. New game. New game, yes. Вот там какой-то ворон сидел в углу, вдалеке, в углу. Не знаю, что за ворон. Сейчас будем разбираться по делу. Итак, смотрим. Внимательно. For all who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a какой-то парк очередной. Развлечений, что ли? Пленка старая. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Так. О, это прям какой-то стример сидит. Вебка сверху. Компьютерщик. Чатик сбоку над... У меня такого монитора нету, как этот слева. Я тоже такой хочу. Походу, какой-то стример. Вебочка. А микрофона нету. Виндиго. Момс. Фей. О, какой-то чатик. Hey, Laura, I'm don't another search the weekend. What a come with me. Какая-то камера, типа такая старая. Это не на этот парк залезли? Какой-то заброшенный парк? Пока что ничего не понятно, но очень интересно. Диски. Old school. Так, Local Park. Road Cam. Белочка прикольная. Это не белочка, это зверек, как он называет? Енот? Наверное, енот. Chapter 1. Birds of the Father. Birds, птицы отца. Птицы отца называется. Первая глава. Она бесплатная в Стиме, кстати, если кто-то вдруг не в курсе. Так, внизу это тут бурсук, енот. Так, вот мы появились в игре. Control. Press WASD to move. Found a way into the park. Найдите путь, короче, в парк. Так, смотрим, не глючит ли игра. Напоминает мне с первого взгляда, самый, как его, FNAF, да, там какой-то был последний этот FNAF такой, типа графика похожа. Фиолетовая тона, фонарик. Енотик — это их типа логотип, понял. Ну, высматриваем. Что тут у нас? Какие-то тачечки. Высматриваем. Фазерс — это вроде... Перья? Я какую-то игрушку нашел. Visit information, learn more. Как это information? I, escape. Не знаю, как это на information поглядеть. Пока что не знаю, ребзя. Но какую-то нашел дичь, подобрал ее. Какую-то игрушку, что ли? Тут, судя по всему, закрыто. Indigo Park. Нам туда не войти. Вот какой-то щиток. Ну, пойдем сюда, в правую сторону. Ой! Какой-то звук странный. Вы слышали это? Так. Вон еще какой-то крокодайл. Мы должны всех собирать, что ли? Information kiosk to learn more. А, information kiosk какой-то мы потом найдем. Прыжок, кстати, присутствует в игре. Хорошее чечно. Ренглис only. Кто такие Ренглис? Это типа персонал? Только для персонала? Ренглис. Это персонал, наверное. Ну, пошли. Могу, конечно, бегать в игре. Ну, стрёмно, да? Графика приятная. Hi there, and welcome to Indigo Park, the world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait,
You're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds. Congratulations! I'm Rambly. Rambly. Raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Короче, он меня приветствует. E to interact, we'll look at the object. Я уже понял, букву И нажимаешь, типа ты можешь взаимодействовать. Меня этот чудик только что, если так перевести, попытаться, поприветствовал, что очень давно никого здесь не было. Тыры-пыры, он постарается сделать наше пребывание здесь умопомрачительным. Так, надо сесть на кресло, правильно? Ну, садимся. Hi, I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. Так. You seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park, or did да, you just раз, get plastic surgery? No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Короче, он меня опять-таки приветствует. Удивлен, что у меня тут нет, там не было какой-то базе. Meet Rambly at the park's main gate. Он удивлен, что у меня тут нет было там каком-то списке там каком-то, да? Так, ну идем. А, уже двери открыли. Он меня возле центральных дверей будет ждать. Рэмбли этот. Рэмбли! Where are you, Рэмбли? Рэмбли, ты где? Сказали, здесь будет. Может быть, для экранчика? What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Hold on. Так, да, только это я сейчас не понял. Нам он сказал, что не хватает электричества, чтобы это все шарманку завести, или что? Кабель куда тянется? Пока что я не понял, что он от меня захотел, что он от меня тут требует. Рэмбли. О, открыто. О. The Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Что-то надо найти. О, еще одного нашел, бурсука. Так. Рычаг. Детали какой-то не хватает. Шестеренки не хватает. Надо найти шестереночку, туда ему ее ставить. Ну, вот какой-то рычаг есть. Что-то не дергается. Не работает. Значит, нам надо найти механизм. Для этого механизма какую-то штучку. Штучку-дрючку. Шестеренки здесь не хватает. А значит, она где-то в другом месте валяется. А где? А, вот она лежит. Прям на меня под носом. Еще я запихну сюда. Так, заискрилась. Дергаем. Че? Да будет свет, сказал монтер. И яйца там чем-то фосфором натер. Так. Музычка какая-то заиграла. И че теперь? Окей, for real this time. Welcome to Indigo Park. Спасибо, спасибо. Рад, рад присутствовать в вашем парке. Птичка подозрительная. Ой-ой-ой, что-то стрёмно. F to toggle your flashlight. Чикс, чикс. Можно отключать. О, слушайте, это же не киоск случайно? Мне нужны эти игрушки. Все. Так. Куда мне теперь идти? Можно пойти прямо. Мне хочется... О! Найти попугайчика какого-то крылатого. Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserved areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Welcome. Здорово, пацантре. Надо нажать? Не работает. Почему? Пропустите!
Пропустите, я хороший. А чё? Мне нужно какой-то костюм специальный одеть, что ли? Пропусть. О. Крайтер Корнер. Так, и чё мне тут? Надо приодеть. Ух, тут полно игрушек. Бери, не хочу. Любые. Брелки всякие вон есть. С львятами. Чем хочешь. Here you go, buddy. Your very own Critter Cuff. A new way to interact with the park that also doubles as a pedometer, heart monitor, and mood ring. Data disclosure agreement included. Роботы тут всем заведуют. Так, стрелочки, вот они показывают для таких, как я. Так, и чё? Мне нужно что-то тут сделать, одеть, нажать. Стрелочка меня сюда ведет. Ладно, попробую обойти с этой стороны. Опа, тут тоже какая-то кнопка. И тоже не дает нажать. Птичка на грудях. Птичка на грудях. Индиго. Ладно, я иду сюда. Это какие-то часы. О, у меня теперь есть часы. А, это пропуск, скорее всего. Я могу им типа пикать, и оно будет теперь мне открывать. Понял. Давайте его здесь затестим. Ага. Вот это ловушка. Чик, пик-пик. Пик-пик? Пик-пик или не пик-пик? О! Hooray! Great work, buddy! Now try entering the park, and we can start our Indigo adventure! Давайте стартанем adventure, давайте. Клоц. Пропускайте меня. Все? А, все, пускай. Фух. Ну, стрёмненько, однако, стрёмненько. Ну, пока что вроде бы ничего страшного, супер такого. О! Это ж создатель... Ой, подожди, у него голова за мной следует, смотри. Он за мной следит. О, ничего себе. За мной прям башкет. Еще и назад будет крутиться? Ха-ха-ха, не, назад не может. Я думал, сейчас его голова обернется на 360. Голову мог бы ему скрутить. Так, а я сюда могу... О, я кто-то перепрыгнул. А так можно было? Я сейчас игру залагаю, как обычно. Сейчас все испорчу. Надо сюда как-то выпрыгнуть теперь. О, фу, я думал, сейчас как залезу куда-то, как обычно, потом заново придется проходить. Так, тут все хорошо. Вон экранчик мигает. Тут какие-то газировки, минералки. Тут что-то очень сильно моргает. Птичка, видите? Бирд. Нам сюда вот проходик, что ли? Что ли? Ой, что-то потемнело все. Так должно было быть. Да, загрузка пошла. Так. А что за звук такой? А, завалило сзади меня. Ох, вы ж гады. Так, стоп, не паникуем. Можно пойти вперед на разведочку. Так, тут тоже все забаррикадировано. Ой, ё-моё. Реновейшнс. To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Так, хорошо. С этим делом понятно, что renovation вам надо. Restoration, renovation. Что тут за проходики? Туалет. В туалете по-любому что-то лежит ценное. О! А что за киоск? Где мне это можно будет потом все... Киоскную информацию почитать. В зеркале, как обычно, отображения у меня нет себя. То есть я себя не видел. Так, идем. Это я в женский ходил. О, теперь мужской. Пойдем посмотрим. Так, а что у нас в мужском? Скользкий пол. Аккуратно. В туалет сходить не дают. Ну, в мужском, будем честны, никакого бонуса я не нашел. Только в женском дали. Ну, ладно. Так, нам сюда. Паровозик. Рэмблейс Рейлрод. Так, железная дорога? Рейлрод. Род типа дорога, а рейл типа рельсы. Какие-то мониторы. Ой, вы видели? Птичка. Мне такое показалось, будто какой-то хвост птицы ускользнул здесь.
Может быть, мне показалось? Может быть, мне и показалось. Приветик. Приветик, приветик, семицветик, приветик, приветик. Да, о, паровоз розовый. Всю жизнь мечтал покататься на розовом поезде. Сейчас я еще одну мечту свою осуществлю. Садимся. Так, ну пока я еду, я могу себе набрать водички в стакан. Оп, загрузочка тем более. О! Так, куда меня привез? Паровозик тыр-тыр-тыр. Кейс? Да, очень напоминает кейс Animatronics. Согласитесь. Опа. Ё-моё, Рэмбли глючит. Ой, Рэмбли, ты куда делся? А, уже тут скачет у меня. Перед моим таблом. Пайлот, попугайчик, попугайчик. Пирот, пирот. Пайлот, а, пайлот, пилот. Свет, где мой свет? Включите свет, дышать не видно. Знаете такую фразу? Жопой надо дышать в таких случаях. О, птичка. Ананасы. Одна лежит птичка на полу. Что бы это значило? Так, мы в пещеры. Загрузились. Опа, дракон. Здорово. Я чё, этот самый Губка Боб? Губка Боб, квадратные штаны. Подводный змей какой-то, видите? Подводный змей. I hope you'll visit. I'm so lonely. Oceanic Odyssey currently closed for repairs. Ой, потухла. Ладно, едем дальше. Куда меня завезет этот поезд? Поезд опоздалый. Поезд тыр-тыр-тыр. Что-то вообще все разбито, смотри. Кровяга! Кровища там была, видели? Get the ride back and running. Подождите. Ну, кто значит ride back? Кровища вон, кровища. Ладно, ride back. Куда ride back? Сюда, наверх. Сюда. Он заглючил, короче, по центре. Он заглючил. Робот ожил! Ой, блин. Робот ожил и потух. О, шестеренка. Мы уже умеем. Одну шестеренку надыбал. О, каска нормальная. Information kiosk visit. Где вторую? О, еще одна шестеренка. Две. Раз впендюрил, два впендюрил. Запитал механизм. Запитал дракончик. Как твои дела? Дракончик, как твои дела, дракончик? Идем обратно? А что я там подзапитал? Попугай на месте. Паровозик запитал или что я запитал? Не знаю. Что-то все потухло снова. А, я уже в паровоз залез. А где мой фонаричек? Фонаричек. Hey there, Lloyd. Do not shame me with that common folk name. Король Лев. I am the proud, the prestigious, the professional Lloyd Foot L. Lion. Это ЧСВшный. ЧСВшный Лев какой-то. Слишком он. Of course it was. I'm the real star. Привет, дружище, пишут. Куб, здорово, здорово. На Твиче, здорово, пацаны.
Так, 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 так. Ну, приехали мы. А можем нажать? Так. So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. Экранчики не работают. Так, подождите-ка, а если я обратно хочу немножко подойти сюда, поглядеть? Не пускают, все там заблочено. Ленточки. Так, мониторы. Так, так, сайз, футболочки, обувь, маски, шлема. Можно переодеться прям в такого этого енотика. Так, мы на улицу выходим. Какой-то... Слушайте, прям какая-то игра. Недавно какую-то мы играли, какие-то кабеля тянули. Что это было за игра? Недавно какие-то кабеля тянули, тоже такой центр был внутри. А, какая-то игра была совсем недавно. Кто мне напомнит? Не Бан-Бан? Писающий мальчик, только с рта льет. Так, киоск. Мне говорили про киоск, что я могу там информацию какую-то узнать. Да вон. Не похоже. Так, что у нас здесь? Там какой-то робот, что ли, стоит. Я туда даже боюсь идти. Площадка очень большая. Давайте поглядим здесь, что. Lloyd Main Stage Театр. Мы можем зайти в театр. О, нельзя. Понял. Может, попозже пустят. Poppy Playtime, точно. Видите, я перепутал. Тоже такая была площадка большая. Poppy Playtime подсказали мне. Buddy, come over here. Так, идем. Бадди меня зовут. This here is an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Киоск, о чем нам постоянно говорили, да? Мы понаходили всякие игрушки в парке. Кстати, не все нашли. Так, вот такая фигурка. Local Toy Store. It is cool to see that there's some mild condition one still in the park. Ну, информация про каждую игрушку. Не знаю, есть ли смысл сейчас вчитываться. И так я, наверное, подробно прям точно перевести не смогу это все. Любит там какую-то плавать, рыбку. Какой-то размер постоянно заставляет его чувствовать себя ребенком. Такие всякие вот штучки. Ну, не все нашел, видимо. Где-то пропустил. Может быть, еще дальше будут. Так, вот какой-то проход. Туда, наверное, не пустят меня. До какого-то момента добегу и, наверное, упрусь. Но, возможно, здесь будет спрятана какая-то игрушка. Well, look at that! You're at Jetstream Junction! Oops! Looks like Jetstream Junction's being tuned up! Last I checked, there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly wrangler can help you get in! Так, нам это типа... Level access denied. Замок. Мне нужен ключ для этого замка. Логично? Более чем логично, но ключа я тут нигде не вижу. Ну, я могу вернуться обратно. И тут был какой-то поворотик. Какая-то дверь. Тут не нажимается ничего. Идем сюда. Тут мне что-то казалось, можно пройти. А ну. Только аккуратненько, не спешим, чтобы не нарваться на какую-то тварюку. О, нашел. Еще одного бельчонка нашел какого-то. Так, здесь больше ничего нет. Ладно. А здесь что? Тут все камнями завалено, слушайте. Походу я не перепрыгну. Или перепрыгну. Да нет, вроде как. Чисто для того... Куда же мне дальше свою тушку тянуть? Ключа у меня никакого нет. Здесь что-то, может быть, где-то завалялось. Присаживаться, кстати, в этой игре тоже не разрешают. Нету такой возможности присаживаться. Фонтанчик дрыщет. Ну, пока что я не знаю. Мне, наверное, идти надо бы... Ну, могу в театр еще раз попробовать, но меня тогда могут не пустить снова ж таки. Я один раз туда класснул, не пустили. Но это как бы главный вход. О, пускают. По-моему. О, пустили. Мы там ключ будем искать, наверное. Хорошо.
Hill Climb Racing. Не, не было у меня такого опыта. Какое-то радио? А, нет, это не радио. О, лев! Ой-ой-ой, это что-то актер, который пафосный, а хвостиком шевелит. Ого! Он сдрыснул. Не понял. Лев. Он меня заметил и начал сваливать? Почему? Неужели я такой страшный и ужасный? В всякий случай проверяй, там кто-то мог быть заныканный. Так, пока что все тихонько. Пока что все легонько. Hey, buddy. I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your Critikov is not yet able to resuscitate you. Говорит, be careful, be careful. Ё-моё, чуваки, что-то мне это не особо. Тут все это нравится. Что за дверь? О, пианинка. Опа! Танцуй! Музыку залобацал, забацал, забецал. Трачок забецал. Трачок в студию. Какой-то проход. Кто здесь? Ё, кто-то ходит. Или не ходит. Ой, это шум странный. Пу-пу. Пу-пу. Что это было такое? Пу-пу. Вы слышали? Пу-пу. Какой-то очень странный звук был. Пу-пу. Ты что ли шумишь тут? Пу-пу. Что это было такое? Пу-пу. Вы что, меня решили напугать? Вы что, меня решили напугать? Коробок. О! Бля! Тигра! Ты чё, живой что ли? Вы это видели? Он тупо на меня накинулся. За что? Что я тебе сделал, тигра? Ты что, бешеный? Тигра, не дури так больше. Это он? Это он, это он. Ленинградский почтальон. Тигра, видели? Тигр на меня плюшевый накинулся тупо. С ума сойти. Двери, не пугайте меня тут. Это он. Ключ! Есть! От того замка, скорее всего. И чё, как-то мне теперь обратно вернуться? Что-то мне это не нравится. Судя по звуку, тигра меня ищет. А в шкафчике нельзя ныкаться? Тигра! Не дури! Тигра! Где это тигра? Тигр! Кис-к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 ис. Тигреночек! Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Тигреночек! Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Тигреночек! Тигреночек! Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Тигреночек, ты где? Ой, что-то рычит, что ли? Шумит? Сейчас как выпрыгнет, блин. Уже очково. Тигреночек. Нету никаких тигров. Ну и хорошо. Но он тут бегал, я слышал, лапа его. Бах-бах-бах. Бах-бах-бах. Так, открывай быстрее это все. Ключ забрали. Тигр, вот он, блин. Подождите, какой-то ультразвук его оглушил. Тигр, ты чё? Бешеный. Дай открыть дверь. Это кто такой? Вы видели?